va despacito. ¿Eh? Bueno, pues para el verano que viene. Mira lo que está haciendo aquí. Le encargamos una. Le encargamos un coche para el verano que viene, ¿no? ¿No? This is 3D printing. I don't know what it is that they're making there, but it's pretty awesome. I'm sorry. There you go. Он их создает вот эти все фигурки, они напечатаны на принтере. Почему он называется принтером? А потому что 3D принтер, он их печатает, объемные фигурки, он их печатает. Я понимаю, почему он не знаю, называется склейщик? Не, ну а туда западывается программа, и он любую тебе вещь напечатает. Ты хочешь сказать, что он моего изображения вырезает, как голову мою? Может напечатать, 3D. Ну, видишь, голова, вон там. Если она есть 3D-модель на компьютере, он ее может напечатать.